Демонтируем к продаже котел Ritherm Biomatic 20+, 20-киловаттный. Он у нас пилетный, отработал 9 лет. Сейчас просто меняем по простой причине, что появилась стабильная электроэнергия и нет возможности завозить гранул. Ну, не очень удобно. Котел неплохой, дом здесь примерно у нас 200 киловатт. Он его отапливает, причем греет также воду, внутри встроенный теплообменник. Такая вот панель управления есть, которая отображает температуру внутри котла, на улице, температуру дымовых газов и подающую температуру в подаче системы отопления. Также у него встроенная автоматика, есть смесительный узел, который завязан на погодозависимое управление, холодная горячая вода с циркуляцией. Вот. Управляет малым шнеком, с малым таким бункером. Вот. И также на улице стоит большой бункер. Вот это у нас тоже у нас мотор загрузки, пилет с большого бункера. Он вот там вот на улице такой стоит. Также здесь в комплекте автоматика. Все уже подключено. Которая контролирует наполнение вот этого малого бункера по ультразвуковым датчикам, первый и второй здесь. Вот так подключено к дымоходу все.